В Анапе состоялась всероссийская акция «Библионочь-2024». В год семьи она прошла под лозунгом «Читаем всей семьей» и объединила около 14 тысяч анапчан и гостей города. Всего в 47 анапских учреждениях культуры в рамках акции прошло более 150 мероприятий. Для посетителей была организована веселая, яркая и насыщенная развлекательная и познавательная программа, которая включала интерактивные игровые программы, литературу, культурные гостиные, семейные игры, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, викторины, выставки и лектории. В «Библионочи» приняли участие деятели культуры и творческие коллективы Анапы. Ансамбль «Dixieland Jazz Band», школа мюзикла «Ритмы», театральные студии «Индиго», «Высота», «Пигмалион», академический хор Центра культуры «Родина», учащиеся и преподаватели школ искусств и музыкальных школ и многие другие. Все зрители получили заряд бодрости и хорошего настроения. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.